Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова. И сегодня у нас обзор каталога Oriflame номер 7. И этот каталог с самой первой странички, с обложки интригует. Новой помады Мусс. Это сенсация в мире помад. Конечно, выглядит просто потрясающе. Вы вот увидите несколько образцов. У нас представлено 10 вариантов оттенков. Это просто бесподобно красиво, очень модно. И необычно. Я сейчас покажу кисточку одной из помад, как она выглядит. То есть это такая у нас лопаточка, которой очень удобно носить помаду. И она сделана прям под форму губ. Поэтому нанесение очень удобное. И рекомендация есть, чтобы наносить два слоя. То есть нанести первый, дать немножечко ему, да, расположиться на губах, и следом же нанести второй слой. Благодаря этому оттенок усиливается, становится более сочным и эффектным. Ну, конечно, помада сенсационная. Далее, у нас в этом каталоге, конечно же, каталог летний. И мы готовимся к лету вместе с компанией Oriflame. Это сделать очень легко. Во-первых, вы будете модно выглядеть, стильно и знать, что сегодня в тренде. И, конечно же, летом нам с вами пригодятся солнцезащитные очки. И у нас в каталоге представлено несколько вариантов. Под любой тип лица, под любую форму вы можете подобрать то, что вам понравится. Очень доступная цена на очки. Здорово, что они сразу идут с чехольчиками. И если вы захотите выбрать дорожный вариант, в котором вы разместите свои любимые очки, то мы рекомендуем приобрести вот такой футляр для солнцезащитных очков. Очень красиво, шикарно сделано, очень стильный, цвет необыкновенный, то есть подойдет, в принципе, он такой нейтральный под любую сумочку, да, и под любую форму очков. Ну, раз уж мы начали говорить об аксессуарах, то продолжим в этом же направлении. У нас вышла новая коллекция Fiji. И вот вы видите этот потрясающий клатч. С одной стороны, с лицевой стороны, это жаккард очень красивых оттенков и с таким золотистым отливом. С обратной стороны, золотой материал под кожей. Это все на цепочке, можно ее снять, то есть она на удобных маленьких карабинчиках можно убрать и просто носить в руке такую сумочку. И классно сделана застежка молния, то есть это две такие стильные бусины. Мы открываем, и внутри клатч кораллового цвета, очень красивая отделка. И один кармашек на молнии, куда вы сможете припрятать всю мелочь и... или телефончик. В этой коллекции есть еще такой маленький аксессуар. Это маникюрный набор. Дорожный вариант. То есть взять с собой, чтобы обработать ноготочки. То есть очень все необходимое. Здесь пилочка, щипчики специальные. Инструмент для удаления кутикулы. И щипчики, и ножнички. Маленькие оригинальные ножнички. Очень красиво сделан, то есть это такая вещь, да, которая будет всегда привлекать внимание и интриговать, что это такое. Также у нас в аксессуарах вышла новая серия «Летний бриз», и в нее входит такая великолепная золотая сумка плетеная. Вы видите, что здесь внутри у нее отделка идет тканевая, красивый рисунок, как будто бы это ручная роспись. Есть у нас такая вот нужная вещь, которую будет удобно держать в каждой сумочке. Это расческа зеркальца. То есть мы раскрываем, видим зеркало. И если надавим на обратную сторону этого аксессуара, то у нас выдвигаются щетиночки такие специальные, которые мы будем, да, можно расчесать волосы, поправить прическу. Также легко убираются они обратно, закрываются и очень удобно. Да, в любой сумочке поместится без проблем. Также у нас есть такой козырек. Ну, примерять не буду. Сзади на резиночке. Как бы создать небольшую тень для того, чтобы, ну, так это выглядит. Спрятаться от солнышка, защититься. Но немножечко, да, непонятно, сверху голова будет открыта. Но это, конечно, на любителя. Выглядит очень стильно. Очень легенький такой прям прелесть. Приятно держать в руках. В этой коллекции у нас Парео.
Парео, конечно, потрясающее. Начинается с его расцветки. Оно, кстати, в точности повторяется внутреннюю часть сумки, летний бриз. Парео большое. Если его свернуть два раза, то это будет как большой шарф. Есть к этому парео у нас небольшой такой золотой аксессуарчик. Ну, он никак не крепится. То есть мы что можем сделать? Это взять уголочки парео и вставить их вот сюда, как для закрепления, чтобы у нас прям таким образом мы делаем какую-то накидочку состряпать. Очень много в интернете роликов есть, посмотреть, вот, что можно сделать красивого, необычного. То есть вот так это будет выглядеть. Маленький такой аксессуарчик, золотистый, самое главное, это очень красиво. И можно из него сделать и юбку, и как бы узор накинуть, или просто завернуть как парео, можно использовать как шарф, намотать на голову. Ткань настолько мягкая, приятная к телу, что можно использовать и в жару, как угодно, это будет очень красиво и необычно. В летнем бризе в этой коллекции у нас есть также набор украшений. Видите, это два браслета, один белые камешки, другое сочетание такого кремового, желтого, кораллового и серого оттенка. Кольцо с белым камнем. Вот знаете, под любой наряд подойдет. Настолько оно необычное, комфортное. Я люблю, чтобы кольца были на руке, ну, как продолжение руки, чтобы они не мешали. Вот это кольцо очень хорошее, и при этом оно эффектное. Ну, очень оригинально. Серьги. Это одни гвоздики, которые повторяют цветовую гамму браслета, и одни серьги, просто белые кристаллы висят, и на мне вы видите само ожерелье. Удобно, что оно на завязке, можно регулировать длину такую, какую вам нужно. Тоже очень, очень круто, легкое, приятное, и будет легко смотреться в гардеробе, да, много можно с чем обыграть, да, с чем их носить. Так вот, еще есть малюсенький браслетик оранжевый в сочетании с металлом. Мне кажется, для юных модниц это будет очень круто. Для маленькой ручки хорошо подходит, такой необычной кисточкой для молодых гламурниц. Так. Пять новых лаков. Три цвета. Это плотные оттенки, которые мы делаем два слоя, чтобы, да, покрыть ногтевую пластиночку. И два оттенка, такой какой-то рыжеватый и голубой, с точками. То есть это как закрепитель, и чтобы придать лаку необычный дизайн. То есть такое дизайнерское решение, очень прикольное. Лаки быстро сохнут. Невероятные легкие летние оттенки, которые украсят тоже наш гардероб. Также в серии Giordani вышла новиночка. Это бальзам, уход за губами. Необычная форма и подача этого бальзама. То есть в самом носике, откуда подается бальзам, сделана губка, через которую небольшое количество, если мы нажимаем на само тело бальзамчика, да, выдавливается небольшое количество. Вот чем он мне понравился, первое, это аромат, обалденный аромат. Второе, это как он лежит на губах, и он дает оттенок, такой нежный розовый оттенок. То есть губы становятся такими живыми, сразу сияющими и красивыми, просто они становятся очень красивые. Невероятная вещь, тоже содержит SPF 12, великолепный помощник для загара, можно брать его с собой на пляж, да, чтобы защищать наши губы тоже от солнышка. Уход за лицом, у нас вышла новинка в серии Spa Уход, Spa Salon, это скраб для лица с водорослями, который поможет нам сделать лицо еще более гладким, ухоженным, и быстро удалить ненужные, да, мертвые клеточки с кожи лица. Мы его наносим на влажную кожу, очищенную, нам обязательно влажную. Прям 1-2 минутки круговыми движениями по массажным линиям распределяем на лицо, и потом просто смываем. И сами увидите, какой будет потрясающий эффект. Кожа вся засияет и станет просто невероятно красивой.
И если мы говорим про лицо, то лицо должно быть идеальным. И у нас вышла новиночка в серии Silk. Это специальные полосочки для удаления нежелательных волосков с лица. То здесь их 10 штук. И есть в комплекте 4 салфеточки, которые мы используем потом после удаления волосков нежелательных. Очень нужная вещь, особенно летом. И вышла еще одна замечательная новинка к парфюму Amber Elixir, дополнительный продукт. Это крем для тела. Вот эта вот обалденная банка 250 мл с ароматом парфюма, который вы наверняка уже давно полюбили. И завершает наш обзор. Это просто потрясающая новинка. Маски. Три вкуса масок. Это овсяная с репейником и с огурцом. Очень удобно, потому что они сделаны каждый в отдельном пакетике по 10 мл. С собой брать дорогу, в путешествие, чтобы придать своему лицу еще большее сияние, увлажнить его, напитать, побаловать свою кожу, что летом особенно необходимо, потому что летом солнце, да, солнце, жара, и кожа наша от этого очень сильно страдает. И вот эти масочки будут вашими спасителями, помощниками. Берите, заказывайте, пока есть на складе, торопитесь. На этом наш обзор закончен. Спасибо вам огромное за внимание. Желаю вам приятных покупочек, классного солнечного лета, потрясающего загара. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. До встречи, пока-пока!